Мусорный полигон посреди двора многоквартирного дома развернулся в Каспийске. Жители, обеспокоенные несанкционированной свалкой, разместили информацию в соцсетях. На жалобу горожан отреагировала прокуратура города. На месте отсутствуют контейнеры для сбора твердых бытовых отходов. Как следствие, полное нарушение антисанитарных норм. После прокурорской проверки мусор был вывезен. Нарушения устранены и установлены контейнеры. По факту нарушений внесены представления в адрес ответственных лиц. Принятыми прокуратурой города мерами указанные нарушения законодательства устранены. Мусор был вывезен и установлены контейнеры. По факту допущенных нарушений федеральных законов об отходах производства и потребления, об охране окружающей среды и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения прокуратурой города внесены 3 представления. В адрес главы городского округа город Каспийск, начальника территориального управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан города Каспийска, генерального директора ООО «Экополис». Результаты рассмотрения внесенных актов прокурорского реагирования находятся на контроле у прокуратуры города.